Глава Минэнерго Дагестана сделал подарок родной школе. Министерство приняло эстафету от руководителя агентства информации и печати региона Абдуразака Джамалудинова. Марат Шахалиев посетил родную махачкалинскую гимназию номер 4, пообщался с учениками и вручил подарки. Это гимнастические маты, навесные турники, волейбольные, футбольные, баскетбольные сетки и мячи. Он отметил участие в такой полезной акции. Принял с большим удовольствием, ведь именно занятие спортом укрепляет здоровье и закаляет характер. Отмечу, акция «Сделай подарок родной школе» проходит в Дагестане по инициативе главы региона Сергея Меликова. Ее уже поддержали десятки руководителей различных министерств и ведомств, главы городов и районов.